Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Вячеслав. А можно презентацию? Еще слайд следующий. Спасибо. На машиностроительных предприятиях, на промышленных, есть такая проблема получить качественные детали. Особенно это актуально на российских предприятиях, в наших реалиях, когда очень дорогая стоимость этих деталей. Есть очень много брака деталей. Извините, много говорю слово деталей. Собственно, этот брак. Можно следующий слайд? Мы эту проблему можем убрать. Что с презентацией не так? Ну, ничего страшного, будем импровизировать. У нас есть конкуренты, кто занимается помимо нас, это компания Renishow, компания MOL канадская и вибродиагностический комплекс предприятия КАМАЗ. Собственно, что мы делаем? Мы делаем ППО для прогнозирования качества готовых деталей. Можем убрать все вибрации еще до обработки на станках. Следующий слайд, пожалуйста. Это рынок, примерно 60 тысяч предприятий интересует эта проблема. В рублях это примерно почти 2 миллиарда рублей. И есть еще другие рынки, на которые мы также выходим. Это обслуживание, ремонт, оптимизация режимов резания и различные другие проблемы. Следующий слайд, пожалуйста. Вот выгода на примере для деталей для водородного двигателя. Ну, скажу вкратце, что деталь стоила до обработки нашим комплексом 160 тысяч рублей, после обработки 60 тысяч рублей. Напомню, деталь для водородного двигателя, их порядка 30 тысяч деталей выпускается. Следующий слайд, пожалуйста. Собственно, то, на чем мы зарабатываем деньги, это услуги по вибродиагностике для предприятий. Мы зарабатываем на разнице между тем, сколько они тратили до нас, и на том, сколько мы берем сейчас и, так скажем, делимся с предприятием. Вот, есть маркетинговые исследования, и остальное. Следующий слайд, пожалуйста. Это команда проекта, кто этим занимается. Есть компетенции, работу свою любим. Работы много по проекту. Собственно говоря, работаем. Следующий слайд, пожалуйста. Это наши партнеры, там, где мы проводили вибродиагностику, где были внедрены наши решения и получен положительный опыт. Это как российские, так и немецкие концерны. Тумашзавод, Франгоферский институт, металлорежущих станков, извиняюсь. Следующий слайд, пожалуйста. Есть патенты немного. Следующий слайд. Переключите, пожалуйста. Это самое важное было. Буду рад ответить на ваши вопросы. Ну, достаточно сложно задавать вопросы при такой скорости представления информации, которую невозможно усвоить, не будучи специалистом физики. Тем не менее, я руководил рядом производств последние годы, в том числе связанных с производством деталей и со станками. Могу задать простой вопрос. А чего вам мешает идти на все предприятия? В чем, скажем так, потребность у этого проекта сейчас? Только в маркетинге или в чем-то еще? Мы сейчас можем проводить вибродиагностику для точения фрезерования на два элемента. Нам надо еще на шлифование и другие операции делать. Потому что какие инвестиции? Какие это инвестиции? У вас есть понимание, как это сделать, если не хватает инвестиций? Что да, нужно? Нам на завершение НИОКР нужно порядка 8 миллионов рублей и на выход на безубыточное финансирование. Но на выход на прибыль, чтоб. Я понял, но хоть в начале и там... У нас уважаемый организатор стартап-шоу сказал, что не надо больше будет идти в Сколково, РВК и так далее. Но ваш путь лежит в Сколково, на самом деле, на данном этапе. И вы спокойно там получите денег, учитывая то, где вы уже внедрились, и то, что у вас есть патенты, внедрение. На второй этап вы там получите не 8, а 80 миллионов. Поэтому... Мы сейчас становимся резидентами. Но это ваш путь туда, и вы спокойно получите там эти деньги, если действительно все так, как вы написали. Спасибо.